весь творческий путь художника Михаила Владимировича Паршикова в одной выставке. Уникальную коллекцию работ, начиная с 1972 года, сегодня представили посетителям художественного музея. Концепт выставки в том и заключается, что я предлагаю зрителю посмотреть, какой я был раньше, какой я был вчера. Молодой, красивый, жгуче-русый, 190 сантиметров ростом, голубые глаза и баварский паспорт в кармане. Верите? Ну, на 50% это было именно так. И что сейчас? И куда я докатился? Сплошная формалюга, которая есть некое ответвление от абстракции. В выставке «Визит извне» представлено 57 работ в формате медиаграфики. Самые первые написаны художником еще в студенческие годы, а вот последние датированы 2023. Например, вот эта серия «Разрезая пространство» – первая работа мастера с выходом из привычного квадратного формата. Всего таких работ на выставке представлено 10. Что-то либо происходит с художником, автором, либо чего-то не происходит. Возникновение кругов присутствовали три, которые вот сзади у нас. Они объединены общим названием «Разрезая пространство». Я подумал и приделал к этим трем еще 7 штук, которые решительным образом организовали это пространство. Круг – это же символ нашей жизни, символ Вселенной, символ нашей планеты. Символ вращения нашей планеты вокруг Солнца и так далее. Это геометрическое место точек, равноудаленных от центра, как нас учили в школе еще. А это и есть идеальная ситуация. Так что он попробовал это сделать, по-моему, у него получилось. Увидеть работы художника новосибирцы и гости города смогут до 26 марта.